Машина для нарезки Vega Bolt Cutter 150. Значит, сейчас мы будем тестировать нарезку перца халапеньо. В данном случае точно такой же принцип нарезки перца чили, огурцов и других видоподобных продуктов. Значит, машинка, напоминаю, устроена посредством ножа гильотины. Нож вращается, подрезная планка. Соответственно, нож у нас заподлесен с подрезной планкой. Подающий транспортер и прижимной механизм. В данном случае прижимной механизм выполняет функцию механизма, который позиционирует продукт перед непосредственной нарезкой, для того, чтобы продукт во время нарезки не смещался вперед или назад. Далее, для того, чтобы изменить толщину и вид нарезки, у нас встроено два частотных преобразователя. Значит, мы можем управлять скоростью движения транспортерной ленты и можем управлять скоростью движения вращения ножа. Соответственно, если мы увеличиваем скорость движения транспортерной ленты, при этом уменьшаем скорость вращения ножа, мы получаем более крупную нарезку. Если мы уменьшаем до минимума или около того скорость движения ленты и при этом ставим значение на максимум вращения ножа, мы получаем максимально мелкую нарезку. Это касается также таких продуктов, как укроп, лук-перо, болгарский перец и подобные. Сейчас мы протестируем нарезку непосредственно перца халапеньо. Перец не подготовлен, то есть хвостики мы не отрезали, как у нас были образцы, таким образом нарезаем. Конечно, предварительно перец необходимо срезать корневую часть, корешок. Это один момент. Второй момент. Чем изначально мы ровнее уложим продукт, тем у нас он ровнее нарежется. Можно придумать приспособление, то есть смонтировать, допустим, крепежи. На этих крепежах будут расположены прижимные планки, как по принципу на вот этой машине. То есть просто есть две направляющие. На них у нас есть планочки, которые мы можем посредством открутить, закрутить гаечки, соответственно, раздвинуть или сдвинуть непосредственно под размеры самого продукта. В данном случае мы используем ленту без этой планки, демонстрируем нарезку. То есть у нас также на блоке управления есть кнопка запуска и кнопка остановки. И кнопка аварийной остановки. Данный индикатор сигнализирует нам о том, что машина работает. Запускаем, режем, проверяем нарезку. Вот такая получается нарезка. Стабильная, одинаковая. Все прорезается в том положении, в котором подается продукт. Машина Vega Bolt Cutter 150.